Приветики! Друзья, вы любите писать послания своим родным и близким? Например, согрей себе обед, он на плите. Или я тебя люблю. Или не забудь одеть шарф. Если да, то этот видеоурок послужит вам хорошую службу. Итак, это очень быстро, легко и чудесная идея. Если вы любите писать такие послания, вам нужно найти просто маркер, где написано «for whiteboard» или «до белых таблиц» или «для белых таблиц». Этот маркер отличается от других тем, что он стирается с любой гладкой поверхности. А гладкую поверхность мы с вами можем приготовить. Чтобы не писать просто на холодильнике, мы можем сделать обычный пластиковый конвертик и вставить туда или белую, или цветную бумажку. Но желательно без каких-нибудь разводов, рисунков, потому что тогда буквы будут тяжело различимы. Или, если у вас есть обычный файлик, вставляете белую бумажечку, а к холодильнику можно прикрепить с помощью магнитиков и с удовольствием пишите. Обычная губка делает чудеса. Стираете и можете писать следующее послание. Тоже я приготовила файл. Он такой фиолетовый, такая папочка с крашевателем. Если хотите, можете отрезать цветной пластик. И на нем тоже можно писать и рисовать. Можно прикрепить к холодильнику с помощью магнита. Можете взять какую-нибудь ленточку. У меня это такой небольшой кусочек. Я хочу закрепить его сюда, чтобы вот на эти усики можно было подвешивать. Это можно сделать с помощью скотча. У нас уже на веревочке. А это можно использовать для губки клеевым пистолетом. Как всегда, выручает. Очень хорошая штука. На абразивной стороне делаем полосочку из клея. Приклеиваем. Этим фломастером можно писать на плитке, на стекле, на всяких гладких поверхностях. Такой идеей я хотела поделиться с вами. А сегодня весенний день, хотя за окном туман и дождь, но я вам желаю всего хорошего вам, друзья. Пока-пока!